Каждый из вас, кто сумел собрать команду, должны были данные своей команде предоставить Ольге. Пожалуйста, поднимите руки лидеры команд, которые здесь находятся. Их должно быть 14 человек. Сейчас мы проверим, сколько у нас их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Окей, значит, смотрите, лидеры команд, вы каждый предоставили информацию о своей команде Ольге. Тех вдруг из вас, кто еще не сделал этого, пожалуйста, Ольга сидит на втором ряду, будьте любезны, сделайте это. Важный момент. Ребят, смотрите, вы сейчас, команда, можете сегодня начать уже работу над проектом. Здесь есть время, вы можете находиться в этом здании, в этой аудитории до 11 часов сегодня. Завтра мы начинаем в 10 часов утра. Огромная просьба, несмотря на погодные условия и возможность снегопада в городе Москве, быть любезными, встать вовремя и появиться у нас в зале к 10 часам утра. Это мотивация. Вас будет здесь ожидать кофе, и не только кофе. Завтрак вас будет ожидать. Вы даже можете голодными прийти, вы можете не выпить кофе дома. Главное, чтобы вы смогли дойти. Мы каждому из вас, кто дойдет, будем безумно благодарны. Вы понимаете, мы же вас героями будем считать. Ребят, завтра будете героями. Сегодня вы, конечно, молодцы, но еще не геройский поступок. Просто дошли. Итак, завтра мы вас ждем в 10 часов утра. Мы начинаем в 10. Просьба быть здесь. А также просьба важная. С утра мы просто будем говорить про customer development и, соответственно, потребности на рынке. И важно на этой теме все-таки присутствовать, чтобы не делать воздушного змея ради воздушного змея. Хотя воздушный змей не такая плохая идея. Но, соответственно, мы с вами здесь завтра целый день находимся и можем находиться ночью с вами здесь. У вас будут здесь рабочие столы, соответственно, будет интернет и все, что необходимо. Естественно, рекомендуется принести свои ноутбуки и желательно, чтобы у каждого было средство, на котором он собирается работать. У нас будут мастер-классы в соседней комнате проходить, и как бы для вас это повод спланировать свое время так, чтобы кто-то из команды, возможно, слушал какие-то интересные мастер-классы и задавал вопросы нашим спикерам. Будут менторы, ребята, это очень важно, потому что приглашенные разработчики и девелоперы, они действительно могут помогать вам быстрее что-то сделать, и ваша задача просто правильно формулировать, в чем ваши потребности, ну и, соответственно, коммуницировать с этими людьми, да, они открыты для общения, они здесь для того, чтобы вам помогать, а не просто бродить, не зная, чем заняться. Соответственно, очень-очень хочется, чтобы вы максимально распланировали так, чтобы основной там какой-то стек работы сделать за завтра с учетом времени ночи, которая у вас будет, ну и, соответственно, мы предоставляем здесь будут в течение кофе, брейк и обед, поэтому это будет обеспечено, здесь вы можете не беспокоиться. Очень-очень рассчитываем на то, что вы к концу уже завтрашнего дня будете, по крайней мере, продукт иметь в какой-то стадии на 70% готовности, чтобы мы могли начать делать презентацию с утра в воскресенье, что очень важно, ребят. Мы не будем грузить презентации завтра вас, но очень важно, чтобы вы ее успели сделать в воскресенье. Поэтому планируйте свое время соответствующим образом. Если у вас есть случайно кто-то экономист, кто-то просто кто любит рисовать презентацию, то он, конечно, может начать завтра. Мы скинем шаблон, и не проблема, чтобы человек работал при правильном планировании. Обращаю ваше внимание также на то, что у нас завтра с вами будут соседи, это кондитеры. Видимо, они будут со сладостями, что для нас совершенно неплохо. Поэтому мастер-классы их посещать не обязательно, но вот сладкие вкусняшки, которые, видимо, тут будут распространяться, можно пробовать. За минимальные, так сказать, средства. Итак, еще раз, внимание всем, у каждого есть команда, мы честно будем лидеров команд дергать, потому что вы у нас самые ответственные, самые замечательные, поэтому если вы вдруг получите звонок в 9 часов утра
со словами «доброе утро», а пора вам встать и уже двигаться в нашу сторону, то не пугайтесь. Это просто мы о вас думаем и помним. Поэтому как бы обратите внимание на это. Тех из вас, кто не подключились еще к телеграм-боту нашему каналу, который есть в блокчейн школы, подключитесь, пожалуйста. Просто оперативная информация обновляется через телеграм, чтобы вы просто были в курсе всех последних событий. Ольге, да, контакты, она, соответственно, подключит. Написать. Ой, там очень сложное название. Там очень длинное название. Это не чат-бот, это группа. Чат-бот мы не создали. Это группа, не подходить, я вас добавлю. Ольга вас готова добавить, поэтому просто подойдите и добавьтесь через Ольгу, так будет быстрее. Канал. Группа там. Группа. В Телеграме. Там же все есть. Итак, ребят, все, внимание. Сегодня официальная программа у нас с вами закончена. У нас есть 14 сформированных проектов. Я всем вам желаю удачи и желаю, чтобы вы начали работать как можно раньше. И мы вышли с вами на реальные прототипы и на реальные презентации проектов, которые будут интересны не только вам. Приятной всем ночи. До завтра.